наверное, является раздражителем, так же, как и Реал, и Финер, да, все команды хотят проверить свои силы в матче, да, с титулованными командами. Считаю, что сегодня, в принципе, была хорошая игра, и всю игру, наверное, контролировали, но последние 12 минут совершили много потерь, да, и Макаби смог сократить разницу в счете и подобраться там, до 6, по-моему. Но, в принципе, справились, и спасибо болельщикам, которые сегодня пришли, поддержали нас. Очень давно дружим с ним, очень хороший человек, могу много приятного сказать по него, и как он готовится, и как он относится к своему делу. И я с удовольствием, наверное, точно пойду поддержу его, завтра будет бой, да, я знаю, с американцем, и желаю ему победы, и я думаю, наша поддержка понадобится. Мы здесь, фотографы здесь. Айда, пойдем. Плотнее. Повеселее, ура! Ура! Ну, расстрел закончился, ну повеселее! Скажите мне!